Я, возможно, там не успею вышки построить, так что подготовьтесь там получше. Я, конечно, попытаюсь построить, но не факт. Она легкая, на самом деле, первая волна там. Дерево в соло можешь задефать ее, если что. О, второй волне даже внизу подготовиться хорошо. Шо, когда какие порталы? Найтов возьмите кто-нибудь, не знаю, кто там. Регин говорит, что дреней будет брать. Надо найтов взять, чтобы были химеры у нас 6-6 рейдами. Чтоб сносить ядро ебаное. Привет, Хилор. Блин, а вот Тахилор пришел, сейчас бы Тахилор на Наксе ебашил, блядь. Жаль, не вовремя. Блин, а я сверху. Снизу было лучше намного. Потому что снизу я мог бы сразу пойти строиться. Так, а мне еще лесопилка же нужна, да? Для вышек. А, это некий. Слушайте, а у меня вроде пока хватает, ну ладно. Не да, но пригодится. Там что-то вышки сколько стоит? 40, наверное. А еще по возможности, да, шахту, конечно, почистите, пацаны. По возможности. А у нас 4 минуты, пацаны, на подготовку, держу в курсе. За 4 минуты нужно шахты почистить. Нужно как можно больше все сделать. А потом уже сложно будет. Влад просто стоит, не знаю. Так, значит. Стоим. Вышечки. Так, давайте мы, короче, вниз сюда наймем рабочих, чтоб строились. Знаете, пацаны, я даже первую нычку я вот здесь займу. Потому что мне нужно туда рабов будет кидать. Так что, Хел, ты куда-нибудь либо сюда уже застраивайся на мое золото, либо куда-нибудь. Потому что мне нужен именно нижний кемп. Понял? Чтобы оттуда рабов есть еще нанимать и достраивать, потому что через всю карту бежать это очень долго. Может потом еще будет, да. Мне нужно именно снизу побольше вышек построить, успеть. Ну так-то вообще золото мне, да, было бы прикольно. Золотишко. Побольше. Потому что вышки стоят по 110 голды. Ну дерево они, кстати, тоже дохуя стоят. Я же в курсе. Дерево они тоже дохуя стоят. Посмотри, все рудники уже зачищены, кроме нижнего левого. Ай-яй-яй. У меня краби жрут. Ладно, он дойдет до туда. Что они с такой промежностью большой бегут, ну ладно. Yeah.
Руины. Эти штуки же... Эти штуки шире, да. Барьер падает, через минуту пойдет первая волна на топ, вот сюда, вот первая волна сюда, через минуту пойдет, через 40 секунд даже. Держу в курсе. Могу ли немножко дерева скинуть? Пока у меня есть лишнее. Вот золота у меня мало, пацаны. Если у кого-то есть прям лишнее золото, скиньте мне. Ты это рез, да, поближе к вышкам стой, чтобы они тоже стреляли, помогали тебе. Что там, крепость нужна? Жалко, вышки от грейдов на копья не получают больше урона. Очень жалко. Так я снизу сразу апаю вышки, чтобы они ебашили. Так, и мне нужно купить крошеры на самом деле. В принципе, можно вот здесь купить крошера, чтобы он здесь пилил дерево. Следующая волна снизу. Следующая волна снизу. Ля, откуда ты синий драконовый реса? Ля, руина. Ля, руина, понимаю. Надо рабов сюда еще сделать. Тут ТП вроде. Да, ТП сверху вниз, пацаны. Вот сюда заходите, вы вылетаете, да. Держу в курсе. Так, мне пару крошеров надо точно взять. Здесь голды не хватает на самом деле. Ригин скидывает пожилой. Так, а тут где-нибудь еще рудники чистились, пацаны? Вот здесь, ну-ка. Не, не чистились. А, ну мой никто не занял, понимаю. Ладно, тогда я тоже свой займу. Так. Сюда, короче. Так, ебать, тут мне что-то подамажили вышки, черты драные. Ладно, он не может сюда зайти. Постройка завершена. Ебать, сагрили, понимаю. Мне кажется, я не успеваю в темп немножко. Сверху-то никто больше не стоит. Снизу там это регент еще подстраивает вышки. Сверху я только один строюсь. Ч
Че, музыка стопнулась? Или мне кажется? Ух, Эйчу. Тот старый дом у леса, он прекрасен. Всегда мечтал такой приобрести. Простите, но я вас разочарую. Его владельца так и не нашли. Уверен, я бы смог договориться. Вчера в нем проезжая, видел свет. Наверное, вам просто показалось. Там не живет никто уж много лет. И слухи ходят. Мертв давно хозяин. Я не советую вам в это дело лезть. Поверьте. Там, короче, будут волны, которые и на бот, и на топ одновременно выходят. Слышите? А еще главное не застраивать проход, иначе мобы тупить будут. Народ, я знаю, сказки сочиняет о призраке, что там живет внутри. И снова этот странный шум, он слышен был из-за двери, которая, похоже, не закрыта. Хозяин дома не сказал, когда его мне продавал, куда ведет. Вот, следующая пятая волна, и наверх она не спадет. Да нахуй она нужна сегодня. Не хочу. Дерево чуть-чуть, это я могу. У меня много резаков сейчас. Понимаю. Сатир вроде слабый достаточно. Чё он это шо? Нахрен? Да сейчас сделаю, видишь, я сделал здание для них. Я гриды делаю. Сейчас я гриды сделаю на них, потом сделаю сам нахрен. Типа я в вышки играю, а не в хилов руину. Естественно, я их сделаю потом, но не сейчас же. Так, на бот, кстати, следующая атака. А у меня тут рабов покоцали. Эйчу. Ебать тут. Поломали вышки руины. Неприятно. Че они такие тупые, а? Эти рабы. Потупейшие создания, нахуй. У нас снизу нету РПГ героев. Ебать, там минеры, там минеры идут. Там минеры нахуй идут. Много лет во что-то старое одет.
Чё-то арест нихуя не дефает, я смотрю, ну ладно. Вот, блять, а можно не подпускать арес этих подрывников, а? Спасибо. Профессиональный арес. Влад, можешь это контроль дать? У тебя тут всякие зомби стоят в ненужных местах. Вообще всем дай контроль, потому что у тебя юниты могут стопить. И т.д. и т.п. короче. Он не может? Почему не может? Что он не может? Так, знахарей парочку. И здесь тоже нужно знахарню построить снизу тогда. Бать, павуки пришли. Следующая волна на топ будет. Следующая волна на топ. Блин, Влад, руина, контроль дай. Дай контроль руину. Союзники и там галочки поставить. И регента это... А, регент уже это... подвинул. Почему не может? Ну, регент руинер. Он другой клан? В смысле другой клан? Это как вообще? Почему? Ну вот тут тогда зомби пусть уберет, он мне просто мешает здесь. А ладно, я понял, я его убью сам. Точно, я и забыл. Я и забыл, что можно убивать капа. Вышками. Так. Знахари. Знахари хилят. Наксрамас они не хилят, да? Но я уверен. Я уверен, что они Наксрамас не хилят. Я поставил варды, пацаны. Я варды поставил на хил. Так, снизу я построил, блядь, не построил знахарню, понимаю. Так, слушайте, там скоро будет это прилетать говноеды, укрепляйте базы свои. Я сейчас тоже вам построю несколько вышек. Там просто летающие волны будут на 12-й вроде волне, да? Свои базы укрепляйте, руины. Там чисто на ваши базы прилетит драконы. Ну я тебя построю, руину. Я тебя построю, крабосина. Регин, ты сам себе можешь построить? Мне просто до тебя бежать далеко.
Окей. Ебать, эти инферналы побежали, ебать, там жирные волны, пиздец. Опасно выглядит. Очень опасно. Там вроде какая-то волна будет ебанутая, да, с деревьями. Короче, деревья нужно, пацаны, как можно дальше убить от вышек. Потому что деревья, блядь, снесут мне нахуй все, и я потом не смогу ничего починить. У меня очень много ресурсов, если кому-то ресурсы нужны, пацаны, простите, у меня 4000 дерева, 7000 золота. Я с вами поделюсь руинами. Если кому-то на армию не хватает. Чё реген строй на всё? О, похилю сейчас хэл. Ты да, пишите, пишите, я же не всегда. О, они прилетели, пацаны, они прилетели. Они прилетели. Я далековато построил вышки, конечно. Блин, а я сам нихуя не задефаюсь. Я не успел за. Пацаны. Пацаны, не успел. Они, блин, прилетели не с той стороны, с которой я думал. Кто-нибудь это. У кого там гаргули? Влад! Влад, гарги, гарги наверх. Гарги наверх. Влад, руина, понимаю. Я хуже всех подготовлен, потому что у меня армии нихуя нету. А я вышки не успел достроить. Так, нормально. Где там у меня знахари? Знахари машут палками. Друид, это зло. Ну, Андер, ну только не вылетай, давай. Ёбаный рот. Андер, ты навалит. Ну, ёбаный стыд, блядина ебаная. Пизда. Ну, почему так-то, блядь? Уёбище, блядь, ну почему? Сука. Пиздец бесит. Рели бесит, блядь. Кого Варик не выдержал? Ты чё, совсем инвалид, Undead? Рили? Рили? Руина ебучая. Так, где мои знахари? Я что знахари нанимал? Где они тупят? Пиздец, мы без одного игрока не пройдем, естественно, я думаю. Это пизда. Я ресурс, пацаны, кому надо, пишите ресурсы, да. Тупо вышки такие стоят на его месте. Да вы инвалиды просто. Во-во-во, вот эту волну, пацаны, ну, под... Ну, где... Ну, лорез, блядь! Сука, что ты за, блядь? Пиздец! О, я говорю, выйди вперед, потанчи деревья! Он, блядь, наоборот за вышки прячется. Ты нормальный там, Арес? Пиздец. Инвалид! Иди убивай вы деревья, блядь! Пиздец, нахуй. Я тебе хил поставил. Ёба народ, понимаю. Профессионалы. Следующая на топ, пацаны. 5 секунд на топ. Ёбанарот. Да, 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 конечно, Лес. Так, а мне нужны рабочие. Чё ты стал? Иди дальше руби. У меня очень много золота, пацаны. Кому золото? Пишите, кому золото. Очень много голды.
Ух! Пиздец. Я хилы ставлю. Отойди, арест, но тебя убьют, а тебя убьют статуи ебаные. Ой, арест, руинер ебаный, понимаю. Не, мы въебали, потому что у нас андет вылетел. Мы въебали, блядь. Просто, ну нету, блядь, нету подготовки, блядь, у людей никакой. Я чисто на одних вышках ничего не сделаю, естественно, понимаете? У нас Накстрамас, который АФК, у нас дерево, которое нихуя не может, у нас, блин, один игрок вылетевший. Кого блочил? Пиздец, нахуй, инвалиды. Ну, станы, ну так нужно быть готовым к станам, к этим. Потому что войск нету нихуя от андеда, блядь, поэтому и нету ничего. Были бы скорпы, и убил бы он этих драконов. Да в смысле не кричи? Тут смерть нахуй уже. Типа статуи по вышкам нихуя не бьют, держу в курсе. Статуи по вышкам вообще нихуя не бьют. Они изи, блядь, танчат их. Ну, естественно, это смерть уже. Ну, вышки, естественно, тоже не могут убить таких жирных драконов в большом количестве. Ну, я не знаю, это 14-я волна слишком сильная, блядь. Павел тоже, блядь, хуйню сделал с ПВЕ ебаным. 14-я волна, а тупо 50 драконов, блядь, прилетело, понимаю. Это Габелла. Та Габелла, нахуй. Там еще, блядь, эти кадоисы ебанутыми волнами, блядь, пришли. Не, ну если бы у нас были сильное дерево, сильный Накстрамас и невылетающий, блядь, игрок, мы могли бы, наверное, задефать. А так это пиздец, нахуй. Это нахуй смерть ебаная, блядь. РПГ очень сильные должны быть. Не такие, как сейчас были. Тупо руины инвалиды на РПГ сидели. Ну и что-то, если честно, регентовые дрянее слабенькие достаточно. Да, у них есть хил, у них есть сумон, но слабенькие какие-то, я не знаю, мне кажется, не подходят для ПВЕ совсем. Не, ну я ебал, конечно, как говорится. Ну, я, кстати, не знаю, вот Хелл как бы меньше всего пострадал, но... По сути, тоже юниты не очень, типа грифоны, не супер полезные танки. Против Аира исключительно и против главки, а на главку они не заедут. Надо было все-таки эльфов брать, я думаю.